А что касается завершения вашего образа, мне кажется, здесь нужно дополнить себя еще и полезным для здоровья лотом. Он называется магнитный браслет. Вот я вам сегодня уже такую удочку в ваше сознание закинула о том, что не только на мочках ушей у нас находятся акупунктурные точки, но еще и на нашем запястье. Итак, друзья, перед вами магнитный браслет «Сила природы». Вот я, если честно, сегодня проснулась в таком достаточно вялом, не похожем на себе состоянии. Но вы уже заметили, что я сегодня весь день с вами общаюсь в этом как раз браслете магнитном «Силы природы». И я понимаю, что моя сейчас бодрость от общения с вами – это заслуга этого браслета «Сила природы». Я хочу заметить, что вы всегда легко сможете уменьшить длину, потому что здесь даже можно не отправляться в ювелирную лавку, если честно, воспользуйтесь, вот как я, обычной скрепочкой. Надавите на вот эти штифты, которые находятся здесь сбоку, и снимите какие-то звенья. Очень удобно, между прочим. Хочу заметить, что это украшение из разряда унисекс, и мужчины могут оздоравливаться и выглядеть очень стильно, в стиле Валерия Леонтьева. Ну и женщины тоже, разумеется, мы это обожаем, когда мы модные, когда мы привлекательные, и при этом, когда мы заботимся о своем здоровье. Мне кажется, именно сейчас, именно с этой проекцией вы наблюдаете, где у нас находятся магниты. Вот, потому что основное здесь, это, разумеется, влияние на ваше здоровье, на абсолютно все ваши системы и органы вашего организма. Вот, посмотрите, те самые магнитики. Вот сейчас, чтобы у вас не оставалось никаких сомнений в голове, я проведу такой эксперимент. Итак, что мне получается? Вот сейчас монетку я примагнитила, и очень она здесь прочно находится, все потому, что здесь магнитное излучение со составляет более 2000 гаусс. Это то самое магнитное излучение, при котором как раз и осуществляется терапевтический уже оздоравливающий эффект. Как же все здесь продумано. Хочу заметить, что китайские ученые вот как раз недавно доказали, что не только вылечить можно разные патологии организма и разные болезни, можно предупредить развитие даже раковой опухоли. Представляете, зачем болеть, когда можно вот так все предупредить? Но если честно, есть определенные противопоказания. Вот я хочу заметить, что я не рекомендую вам носить на одной руке с часами этот магнитный браслет. Также те леди, которые находятся в состоянии беременности, тоже пока не носите такой браслетик. Также дети до 2 лет, а старше уже можно. Ну и, разумеется, те люди, которые используют кардиостимуляторы. Но что касается ишемической болезни сердца, здесь можно уже этот магнитный браслет использовать, потому что сила магнитного излучения здесь такая, которая вам как раз и показано. Телеканал Шопен Шоу желает вам здоровья. Будьте красивы и будьте здоровы. Я хочу заметить, что здесь очень дизайнерски точно сочетаются разные покрытия. Здесь золото, разумеется, которое нанесено гальваническим методом, сочетается с родием. И все это делает этот браслет просто универсальным для других каких-то украшений. И хочу заметить, что это еще не все преимущества. Разумеется, мы не можем без подарка для вас. Посмотрите на нашу Анастасию. Видите, что у нее там красуется на указательном пальчике, это то колечко, кстати, тоже магнитное, за которое вы не платите. Я обожаю не платить за что-то, мне кажется, это вдвойне, даже втройне приятно, когда тебе телеканал в честь благодарности делает вот такой стильный подарок. И если честно, я сейчас наблюдаю, что все это в комплекте и с сережками краса, клипсами, которых мы вот так вот нарекаем, вместе с этим колечком и с этим магнитным браслетом «Силы природы», это идеальное приобретение для вас еще и потому, что вы сэкономите на доставке. Вот это все вместе заказывая, вы не платите доставку. Это исключительно выгодно. Экономьте и живите лучше с вашим любимым телеканалом Шопен Шоу. Посмотрите на экран. Кольцо с незамкнутой шинкой. Это говорит о том, что вы сможете всегда его носить абсолютно на любом пальчике. Вот если честно, это очень удобно. Мне кажется, мужчины тоже заинтересуются, потому что если хотите сделать подарок той женщине, с которой вы еще не так давно знакомы, еще вам неудобно спросить, какой у нее размер кольца. Вот вы приобретаете браслет, колечко получаете в подарок, и все, вопрос с подарком к Дню всех влюбленных для вас решен. Мужчины, не боимся нам звонить. У нас не исключительно женский телеканал. Наши опытные специалисты колл-центра помогут вам сделать свой осознанный выбор, не выходя из дома. Но прежде всего хочу заметить, что это не только красивый эфир, это еще и полезный для здоровья, потому что этот магнитный браслет «Сила природы» насытит вас позитивной энергетикой. Вы раз и навсегда
навсегда забудете о том, что такое любые патологии вашего организма, что такое бессонница, что такое головная боль, что такое депрессия, что такое плохое настроение, что такое незнание того, что тебе нужно в этой жизни, потому что я знаю, что такой магнитный браслет нас еще и удивительным образом настраивает на цели, на свершение. Человек, который такой браслет использует, и, между прочим, отличается исключительной активностью по жизни. А вот они, те самые магниты. Я вам рекомендую этот браслет носить непосредственно на коже, потому что если вы будете использовать браслет на свитер, на водолазку поверх рукава, все-таки эффект терапевтический, он ослабится, а мне бы этого не хотелось. Именно на обнаженном запястье, именно там, где проходят ваши вены, где проходят ваши акупунктурные точки, вот там и используйте этот невероятно полезный для здоровья магнитный браслет «Сила природы», длина 20 сантиметров. Это браслет из разряда унисекс. Он подходит мужчинам, подходит женщинам. Но есть одно но. Вот все бы хорошо, но тем не менее цена премьерная, действует считанные дни. Поэтому, если нравится, вам нужно включаться и звонить прямо сейчас. Цена премьеры 1350 рублей. Подарите себе самое важное. Подарите себе крепкое здоровье.